Друзья, привет! С вами Любомир Борода и первый выпуск с моего нового жилища. Мы еще до конца не устроились, устраиваемся потихонечку, поэтому тут такой еще не слишком комфортный и дико, например, в кайф. Но уже хорошо, мы уже живем тут третью неделю и потихонечку устраиваемся. И, собственно, к чему я все это? Мы купили себе чайник Xiaomi, вот этот бренд, который мне очень нравится. И я не то, что буду делать по нему обзор, а просто что-то думаю, надо, наверное, во влоге рассказать про этот чайник. Потом вспомнил, что у меня есть не только чайник, что мы недавно купили лампочку Xiaomi. Вот. Потом я вспомнил, что у нас есть светильник от этого же бренда и еще куча-куча всяких приколюх. Вот. И родилась идея спонтанно. Мне Таня посоветовала, моя жена говорит, блин, ты можешь просто про Xiaomi рассказать вообще, про все штуки, которые тебе интересны, и, собственно, сделать по этому поводу выпуск. Вот. И я решил реально с вами поделиться, почему я люблю этот бренд и вообще, что у меня уже есть. Вот. Началось все с того, как мне когда Что? оплачивали PayPal браслеты, вот, у меня скопилась определенная сумма, и я не знал, как их лучше вывести. Я залез на eBay, увидел вот эти вот телефоны Redmi Note 3, Xiaomi, и купил себе один из них. Он мне ехал что-то около месяца. Когда приехал, мы с Таней посмотрели. Мне он очень понравился. Мне понравилось, как он фотографирует. И, соответственно, Таня говорит, я тоже себе такое хочу. И мы заказали ей. Собственно, эти телефоны до сих пор живы. Это было, ну, больше 2 лет назад. Вот. Мой заглючил, но опять же, там просто я как-то во влоге рассказывал, там больше разбилось, расшаталось гнездо подзарядки, и, соответственно, я поймал какие-то вирусники, и для того, чтобы этот телефон перепрошить, мне надо, чтобы в гнезде шнур, кабель очень уютно держался для того, чтобы это все делать, а он постоянно отходит. И, соответственно, мне надо сначала заменить вот это вот гнездо, а потом заниматься перепрошивкой. Ну и мне тупо лень, короче, всем этим заниматься, и поэтому я себе купил Redmi 4X. Вот, он уже меньше размером, вот, там больше памяти, короче, и он мне очень, опять же, нравится. Вот все фотографии, которые я выкладываю в Инстаграм своих работ, своих браслетов и прочие какие-то движухи, они все сняты на этот телефон. И, соответственно, он всегда со мной, тут две сим-карты, и мне удобно и фоткать, и что-то показывать, и вести прямые эфиры в тот же YouTube. Вот, собственно, я им очень доволен, и, блин, ну вот реально, у меня техника очень часто ломается, а с этими телефонами как-то мы подружились, вообще с этими гаджетами. Вот, такой же телефон у моей жены, такой же телефон у моего ребенка, как бы нам всем они нравятся и в кайф. Я, например, пользуюсь, не буду по каждому детально рассказывать, но опять же, пользуюсь такой Bluetooth гарнитурой от Xiaomi. Вот, тоже и заряд она держит долго, и музыку через нее, в принципе, можно слушать, правда, на одно ухо, и она не напрягает ухо, как бы, и, ну, мне в кайф. Помимо основной камеры GoPro, на которую я снимаю, у меня есть еще вот такая вот камера от Xiaomi. Правда, на самом деле она такая вот зелененькая, просто корпус я уже покупал на AliExpress, он металлический, очень крутой. С такой защитой объектива. Вот. И я покупал дополнительный дисплей, чтобы было видно, что происходит во время записи. Потому что у самой этой камеры нет ничего, кроме как бы отсека, да, под батарею. И не очень удобно снимать что-то, когда ты не видишь, что происходит. И поэтому я покупал дополнительно. Вообще, это камера моей дочки, но я время от времени снимаю на нее бэкстейджи, вот ставлю как вторую камеру, и в принципе очень классная картинка, и если там снимать влоги, вот что-то еще, то она очень таки себе классная. И чем мне нравится, опять же, Xiaomi, тем, что под них очень много девайсов, всяких боксов, там моноподов и прочих штук, которые классно как бы к ним подходят, там не пропускают воду и прочие какие-то пироги, и они не такие дорогие, бля, и не стоят как по цене самолета, как, например, девайсы все под GoPro, и поэтому Xiaomi в этом плане на рынок очень круто как бы вышли, и, во-первых, это и качественно, и, блин, и бюджетно, и доступно. Вот.
Едем дальше. У меня два рюкзака от Xiaomi. Один более простой, второй со всякими наворотами, там под флешки. По обоим рюкзакам я делал обзоры, просто я хвастаюсь тем, что у меня есть. Недавно мы купили лампочку, лампу, которая, ну, ночной светильник, который реагирует на движение. У него 4, 3 батарейки. Вот, он реагирует на движение и включается только в темное время суток. Там стоит фотоэлемент, который днем не срабатывает, а как только темно, ты проходишь мимо, и в радиусе, как написано, 3-5 метров, он на тебя реагирует и включает. А я долго смотрел на эту лампочку и хотел, читал про нее в интернетах, и очень-очень хотел себе ее приобрести. В итоге она приехала, и вот я ее повесил. Единственное, видите, момент, она срабатывает на движение, вот, но фишечка в том, что она работает на рост человека, и мы ее повесили достаточно высоко, она срабатывает на меня, на ребенка не срабатывает, если только не махнуть вот так вот перед ней рукой. И, соответственно, на ребенка она не реагирует вообще, на Таню только если она вот так вот рукой помашет, вот, но хорошо реагирует на меня, поэтому, когда иду я, лампочка включается, вот, а сзади у нее сделано крепление такое, знаете, на липкую ленту, и очень такое ядреное, и, собственно, мы ее приклеили, я думаю, сейчас переклею вниз, но ни хрена уже не получается, и я куплю еще одну такую, она стоит там $10, но штука очень крутая, куплю еще одну такую и повешу вниз, вот, и, ну, вот мне она очень понравилась. Теперь о чайнике. Чайник, я о нем и читал вроде как бы, да, я смотрел видеообзоры и думал, что вот я куплю себе такой чайник и буду включать его по Bluetooth, все-таки это управление, там, например, лежишь, смотришь, да, там какое-то кино, нажал на кнопочку, а он тебе уже греется. Собственно, в чем сам прикол чайника? Вот выглядит он таким образом. 1,5 литра у него воды, внутри он металлический. Вот. Ну, обзор на чайник я делать, в принципе, не собираюсь, потому что их хватает, опять же, в интернете полных обзоров. Что в нем прикольного? То, что у него есть приложение, и вы можете настроить температуру. Ну, во-первых, вот я сейчас подключился, и мы сразу видим температуру воды, которая сейчас в чайнике. Вот. Если мы включаем чайник, то, опять же, включается он очень круто. Смотрите, здесь есть такие кнопочки. Они даже не кнопочки, они просто нарисованы, но они сенсорные. Вы прикладываете палец, и пошло. Он включился. И смотрите, сейчас покажу. На дисплее у нас пошли такие, типа, пузырики. Вода нагревается. И сейчас температура будет меняться. В принципе, эти фишки тоже все есть в обзорах. Вот. И почему-то, когда я о нем мечтал и смотрел обзоры, я нигде не увидел, не обратил внимания на то, что он не включается по Bluetooth. Вот. Он настраивается по Bluetooth, все настройки для того, чтобы сохранять температуру, тепло, подогревать, прочие вот эти фишки, они все через мобильное приложение. А включается он прикосновением пальчика к сенсорной кнопке. И если чайника нет у тебя под рукой, то ты его не включишь. Но, опять же, мы не сильно были этим разочарованы, потому что сам по себе чайник и по, как бы, по своему минимализму, по своему дизайну, и, блин, он очень приятный, и он очень крутой. И я нисколечко не жалею, что мы его приобрели. Я прям очень доволен. И вообще, я хочу больше и больше всяких разных штук от Xiaomi. У меня еще есть вкладыши наушники от Xiaomi, они у меня лежат в кармане, я не буду уже их сейчас показывать. Как бы. Потом, еще у нас есть вот такая лампа, такой ночник, даже не ночник, наверное, а настольная лампа Xiaomi. Она тоже управляется через приложение «Умный дом» от Xiaomi, и у нее регулируется как яркость света, так и как температура света, то есть вы можете сделать холодный свет, вы можете сделать теплый свет, более такой ламповый, вот, и регулировать все вот эти штуки. Они также регулируются кастомно регулятором ручным, но в мобильном приложении настроек на эту лампу намного больше, вот, плюс у нее есть режимы, как бы, для глаз, да, то есть режим для чтения, есть режим для компьютера, режим еще какой-то, и она вот реально прикольная.
Вот. И тоже нисколечко не жалею, что мы ее купили. И опять же, мне очень нравится дизайн. Дизайн здесь просто улетный. Вот. Ничего лишнего, да, она такая вот себе стоит, палочка, потом вы ее там подняли, как вам надо, включили, и она вас радует своим теплом. Еще не так давно я приобрел себе ручку отсюда. Вот. Обычная ручка, которой писать. Вот. Так как я часто подписываю посылки, и в принципе я люблю писать красиво. То есть мне очень нравится, когда ты что-либо подписываешь, и как-то это грамотно, ну, как-то так вот, чтобы плавно, красиво, за стержнем идет след, чтобы это было тоненько и, ну, как сказать-то даже, ну, и охрененно, короче. И вот я заказал, мне сначала пришел набор стержней, даже два. Я заказывал себе и жене, думал, это будет ручка с наборами стержней. Заказал лот, а пришли только запасные стержни гелевые вот под эту ручку. Я, блин, думаю, блин, стержни классные, попробовал им писать, думаю, вообще вот бомба, охрененно, то, что надо. И следом я заказал две таких ручки, одну себе, одну жене. Вот, у нее очень классный такой материал, она, ну, блин, как будто какая-то металлокерамика, знаете, вот, она тяжеленькая и, ну, и очень, очень клево ее писать. И опять же, она очень стильно смотрится. И вот это мне очень нравится. Помимо этих девайсов, которые я вам показал и рассказал, у нас еще, я чуть не забыл, есть видеорегистратор от Xiaomi, вот, который тоже мы читали кучу отзывов, в итоге его купили, потому что любим путешествовать, и как раз тогда собирались путешествовать по Карпатам, нам нужен был регистратор, который, если что, нам поможет, вдруг что-то случится и так далее. Вот, регистратор очень классно пишет ночную картинку, но хороший угол обзора. Плюс у него, опять же, он настраивается по Bluetooth, управляется по Bluetooth через приложение «Умный дом». Вот, куча различных настроек, различных удобств. Вот, но что я отметил как бы для себя, я не вожу машину, водит жена. Но отметил такую фишку, что если вы проехали какой-то интересный момент, вот, вы можете нажать кнопочку, и он откинет ее в папку, которая не стирается. То есть, если идет все время циклическая запись и подтирание файлов определенной давности на карточке памяти, то с помощью такой кнопочки он откидывает в папку такую, которая не стирается, как бы такая важная, как бы. Вот. Плюс в эту папку откидываются файлы, когда вы налетаете на какую-нибудь кочку или делаете резкое движение. Ну, машина делает резкое движение, соответственно, регистратор понимает, что случилось что-то такое, что обязательно надо запомнить. Ну, вдруг это авария, да, или еще какая-то фигня. И вам не надо думать над тем, что, блин, надо вот этот вот файл не потерять, чтобы он не стерся, он уже не сотрется. Ну, и плюс она очень удобно подключается, как бы, плюс на мониторе у нее, на дисплее, вы можете выставить, например, время и пользоваться ей как часы, да, смотрите, у вас красивые электронные часы висят в салоне автомобиля, которые записывают, и даже в каких-то влогах, я тоже помню, как-то вставлял с поездки именно кадры с регистратора, потому что он прикольно записывает, опять же, ей можно пользоваться как этим регистратором, как какой-нибудь экшн-камерой, единственное, что у него нету своего внутреннего аккумулятора, и вам придется его таскать на каком-нибудь пауэрбанке. И вот еще к слову о пауэрбанках. Пауэрбанки у нас тоже от Xiaomi. И плюс разные, и большие, и маленькие. Они, блин, у них вот реально полный минимализм, удобство и реально функциональность. Вот в этом отношении, блин, мне эти китайские ребята очень нравятся. Вот теперь я хочу попробовать лампочки. Лампочки дневного света от Xiaomi, которые, опять же, вы вкручиваете в обычные плафоны, да, в свои люстры там, вот, и которые можете регулировать с помощью мобильного приложения их яркость, теплоту, там, насыщенность, и я думаю, что это будет очень круто. Вот. Плюс вчера, что ли, я читал и смотрел о фишках, которые вставляются на дверные замки. Вот, вот, опять же, есть от Xiaomi, который блокирует, собственно, ну, когда вы можете замок открыть только с помощью мобильного приложения. Вот, и еще я смотрю, как развиваются, да, эти ребята, наверное, весь мир смотрит на Xiaomi сейчас, вот, и у них же есть кроссовки, вот, есть и всякие еще штуки интересные, и я бы с удовольствием, наверное, попробовал кроссовки от Xiaomi, вот,
Пока у меня их нет, но я думаю, что скоро будут. Вот. И что самое главное, мне интересно, есть ли ваш опыт общения или как бы юзания, да, каких-либо фич от этого бренда. И если вам вот не стрёмно, если вам не жалко, то поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Вот, может быть, вы что-то покупали, и у вас это ломалось. Может быть, вы, как некоторые говорят, что сейчас уже есть подделки на Xiaomi. Я с подделками на Xiaomi не сталкивался, но верю в то, что такое происходит. Вот, я сталкивался только с оригинальными гаджетами, и они меня все устраивают. Вот, а если вы сталкивались с тем, что попадалось говно, либо покупали оригинальные какие-то штуки, и они вам не зашли, напишите, пожалуйста, потому что, в комментариях, может быть, это будет интересно не только мне, а и тем, кто как бы смотрит меня, кто читает комментарии. Вот, таким образом мы друг другу поможем. Я, например, хочу еще вот себе портативную колонку от Xiaomi, хочу Bluetooth наушники от Xiaomi. Это все у них есть, как бы, вот, и мне интересно. Интересны ваши отзывы. Возможно, кто-то из вас уже этим всем давно пользуется, а только я, как лошара, тут что-то там для себя открываю, блин, там, чайник, вот. Ну, собственно, все, спасибо за внимание, с вами был Любомир Борода, до новых встреч!